что такое доброта? Доброта – это когда ты делаешь хорошие поступки просто так. Это когда все дружат. Это когда ты помогаешь людям, помогаешь зверям. Это когда люди уважают друг друга. Доброта – это когда ты кому-нибудь помогаешь, бабушке или дедушке. Зачем нам нужна доброта? Чтобы дружить с друзьями. Чтобы нести добро и помогать людям. Чтобы помогать. Она нужна для того, чтобы ты помогал своим родным, крестным, которым ты нравишься, которых ты любишь, которые с тобой знакомы. Какого человека можно назвать добрым? Другому человеку дело хорошее сделал. Который помогает девочкам, которая может всегда помочь, прийти на помощь. Который помогает бабушке перейти дорогу. Дедушке помогает нести корзину, которая на спину надевается. Помогает мамам и папам мыть посуду, пироги делать, торты, лесосить. Какие добрые поступки ты совершал? Вот когда мы с мамой ходили в магазин, там у тетеньки пакет порвался, мы с дяденькой помогли. И еще мы там с Полиной и с маминой Полиной, мы девочку к маме вернули, она потерялась. Я кормила бездомных котят, мыла маме пол, мыла посуду, сидела с младшей сестрой. Мыла пол, мыла посуду маме, готовила с бабушкой пельмени и пироги. Я совершала добрые поступки, помогала бабушке испечь пироги, потому что она устала. И мы кота взяли, нам тетя Света его привезла, потому что он был в лесу, и он был бездомным. И мы его кормили там водой, чтобы он попил. Он любит играть с нами. Он любит смотреть на гуляк.